Друзья, здравия, чудесного дня. И сегодня у нас такой чудесный день, туман. И это я сравниваю как с туманом судьбы. То есть, когда мы в тумане, мы, бывает, не видим чего-то. И в этом состоянии мы можем совершить какие-то неправильные действия. Но в чем суть? Суть в том, чтобы эти действия понять, взять ответственность за них, признать и действовать дальше, то есть выйти из этого тумана судьбы и быть в настоящем моменте, то есть осознанно счастливым, радостным. И самое главное, это вот в данном виде осознанность, то есть быть в настоящем моменте. Когда мы выходим из этого тумана судьбы, мы понимаем, что происходит с нами, что происходит вокруг нас. И происходит такая гармонизация, когда мы чувствуем, вот так делать правильно, а так нет. То есть происходит как связь с Источником, со Вселенной, с Богом. И каждое духовное существо, оно, по сути, эту связь имеет. Только мы ее, совершая, проступки, портим, рассоздаем. И вот наша цель — восстановить эту связь и действовать осознанно во благо для всех. То есть не только для себя, а именно, когда мы действуем по совести, в связи с Источником, мы действуем во благо для всех живых существ. И это дает нам силы творить. То есть, когда мы творим, когда мы осознаем, наступает целостное, гармоничное, осознанное состояние. Поэтому наполняемся любовью и счастьем и творим осознанность. Создаем гармоничное, целостное состояние, наполненное любовью во благо для всех живых существ, для природы, для Вселенной, потому что каждый из нас — это духовное существо, и проживая жизнь осознанно, в моменте, ответственно, здесь и сейчас, мы тем самым помогаем не только себе, мы помогаем каждому. Поэтому практика — это и есть практика осознанности, чудесное исцеление, наполненное гармонией, радостью и счастьем. Творим добро и наполняемся любовью во благо для всех живых существ. Чудесного дня, благости, гармонии и счастья. Всего доброго, друзья!